А вот в Иркутске воры уже обнаружили. Там преступница связала и ограбила 8-летнюю девочку. Женщина через дверь представилась знакомой матери и убедила ребенка впустить ее внутрь, чтобы подождать. Ну а когда щелкнул замок, преступница начала действовать. Вначале она связала девочке руки и ноги колготками, затем заткнула рот кляпом. Пока связывала, приглядела золотую цепочку, серьги, которые сняла с девочки. Ну а чтобы не уходить налегке, прихватила из шкафа мамину норковую шубу и оставила малышку дожидаться взрослых связанную. Мать вернулась только через несколько часов и тут же вызвала полицию. Вскоре воровка была найдена. Рвешь утром, сегодня был. Конечно, не понимаю даже, как это получилось. Похищенные вещи женщина сбыть не успела, их вернули владельцам, а незадачливую грабительницу взяли под стражу. Ей теперь, конечно, светит срок.